«Где нет зимы» – так называется новый спектакль Первого театра. Он приурочен к году семьи, адресован зрителям старше 6 лет. С детьми в этой постановке артисты говорят об очень сложных вещах. Алексей Кудинов подробнее. Спектакль «Где нет зимы» Первый театр играет не на своей площадке в ДК Октябрьской революции, а в театре 13-й трамвай. Неделю назад здесь появились замечательные декорации. Квартира, в которой живут брат с сестрой, а также их мама и бабушка. Правда, достаточно быстро по ходу спектакля становится понятно, что бабушка умерла, а мама, художница, куда-то пропадает. И дети остаются совсем одни. Без денег, без связи со взрослыми. Какое-то время скрывают это, но у них кончаются деньги. В общем, спектакль, предназначенный для аудитории 6+, оказывается совсем не детской сказкой. У меня есть такая формула, это не моя формула, это формула Фоменко, знаменитого режиссера. Не насмешишь, не заставишь плакать. Поэтому моя задача была здесь не грузить детей переживаниями, а их увлечь, развлечь, переключать их внимание, рассказать им историю и туда как приправу, как специю добавить вот эту грусть и горечь и понимание своего бессилия на самом деле. Литературная основа – это произведение Дины Сабитовой. 15 лет назад примерно вышла эта книга и много раз переиздавалась. Автор славится умением разговаривать с детьми о совсем не детских вопросах, о смерти, об усыновлении, об одиночестве, как физическом, так и одиночестве психологическом. Мы взяли на роли не детей, а артистов. Это, может быть, даже и не такой детский спектакль бы получился. Может быть, это потому что это такая история не только про сиротство детей, это про сиротство душ, про судьбу человеческую, не обязательно про детей. Сегодня здесь, в 13-м трамвае, артисты Первого театра сдают спектакль. Это первая встреча непростого произведения со зрителями. В зале в основном взрослые, но есть и дети. Конечно, очень важно будет после вот этой генеральной репетиции обсудить, насколько понятно юным зрителям то, о чем с ними говорят постановщики. Ну а уже завтра премьера, и в театре надеются, что смогли найти правильную интонацию, смогли подобрать ключик к очень непростой задаче – говорить с детьми о взрослых темах. Алексей Кудинов, Евгений Павлов, Новости ОТС.